Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители нашей сегодняшней лекции. Я напоминаю, что мы продолжаем серию наших методических встреч в рамках фестиваля «История Малой Родины и История Отечества» Российского исторического общества. Сегодня мы отправляемся в Удмуртскую республику для того, чтобы своими методическими наработками, своим опытом и знаниями в области краеведения поделилась победительница Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, Хазиахметова Валентина Серафимовна. Валентина Серафимовна у нас является кандидатом исторических наук, доцентом, магистрантом отделения истории Глазовского государственного педагогического института имени Короленко, членом межрегиональной общественной организации Всеудмуртская ассоциация «Удмурт-Кинеш». Здравствуйте еще раз, Валентина Серафимовна. Очень рада нашей сегодняшней встрече. Уверена, что пройдет она очень интересно, поэтому с удовольствием передаю вам слово, не задерживая начало нашей беседы. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте, уважаемые участники этого фестиваля. Я просмотрела выступления всех коллег, которые выступали до меня. И как все выступавшие, хочу еще раз поблагодарить организаторов этого фестиваля за совершенно потрясающее мероприятие, потому что каждый из нас берет очень многое для своей будущей работы. Несколько слов о себе. Я родилась в городе Глазове, небольшом старинном городе на севере Удмуртии. Мои родители были родом также из этого района. Сегодня мне известны 13 поколений моих предков, и все они земляки. По национальности родители были удмуртами, по образованию учителями. Я же окончила историческое отделение Казанского университета, там защитила кандидатскую диссертацию, преподавала. И сегодня имею более 70 опубликованных работ, среди которых учебные, методические пособия, сборники документов и хрестоматии. С возрастом пришлось решать, чем же я буду заниматься. По окончании трудового периода я поняла, что самый интересный путь для меня – это путь следования по историческому краеведению. Но для того, чтобы познать современные подходы к педагогическому процессу, для того, чтобы посмотреть, как сегодня рассматриваются вопросы исторического краеведения в школе, в учебных заведениях, я решила поступить на магистратуру Глазовского педагогического института с тем, чтобы быть на уровне современных требований и знаний. Актуальность такого решения была безусловна, поскольку Удмуртская республика готовилась к столетию национальной государственности, которая была отмечена 4 ноября 2020 года, а одним из лидеров ее становления был мой двоюродный дед Иосиф Алексеевич Наговицын. Изучение историографии, посвященной предстоящему событию, показало полное отсутствие каких-либо фундаментальных исследований в этой области в последнее время. Это привело меня к мысли о том, что и школьники, соответственно, дети, лишены возможности проводить исследования на объективной исторической основе, а преподаватели лишены необходимого материала для широкого развития краеведения на севере Удмуртии. Так родилась идея проекта, адресованного молодому поколению, на основе архивных документов и раритетных изданий, воссоздающего героические страницы периода становления национальной государственности моего народа. В этой связи предлагаемая лекция будет построена на материале Удмуртской республики, посвящена двум проектам из области исторического краеведения, истории, инициатором которых мне довелось стать. Первый из них носил название «Три комиссара» и был завершен в ноябре текущего года, а реализация второго, его наименование «Туктым. Земля предков» начнется в январе 2021 года. В качестве научных руководителей проектов выступают Алексей Егорович Загребин, доктор исторических наук, профессор Российской академии наук, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и киар-координатор федерального проекта «Историческая память в Удмуртской Республике», лауреат Государственной премии Удмуртии 2013 года. Вторым со-руководителем является Янина Александровна Чеговская-Назарова, кандидат филологических наук, ректор Глазовского педагогического института, лауреат Государственной премии 2020 года. Проекты поддержаны администрациями Глазовского района Удмуртской республики, города Глазова,
отделением Всеудмуртской организации «Удмурткинэш», клубом краеведов Глазовского района, национально-культурной автономией удмуртов Республики Татарстан. Для удобства презентации проектов я буду давать их характеристику в соответствии с теми параметрами, которые установлены к настоящему времени в отечественной историографии социального проектирования. Итак, по типу оба проекта – проекты инновационные, по направлению деятельности – образовательные и поддерживающие. По особенностям финансирования оба проекта являются проектами со смешанным финансированием. Оно позволяет аккумулировать средства из источников, которые, каждый из которых не был бы в состоянии финансово обеспечить проект полностью. По масштабам первый проект следует отнести к малым проектам. Второй имеет признаки мегапроекта, поскольку состоит из комплекса взаимосвязанных подпроектов. Жизненный цикл первого проекта составил 5 лет, а вот второго проекта составляет 9 лет и формируется как проект долгосрочный. Жизненный цикл первого проекта, завершенного, я сейчас несколько раскрою. Итак, наименование проекта «Три комиссара». Его актуальность в преддверии столетия государственности удмуртского народа, реанимации исторической памяти о трех выдающихся сынах удмуртского народа, последовательно возглавлявших это движение, это Максим Прокопьев, Трофим Борисов, Иосиф Наговицын, с целью формирования национальной государственности была важна как для населения современной Удмуртской республики, так и для удмуртов, проживающих за ее пределами. Особую ценность, по мнению участников проекта, он представлял для молодого поколения. Цель проекта с участием молодежи – реализовать комплекс мероприятий, посвященных истории процесса формирования и развития удмуртской национальной государственности. Нашей целью было уделить особое внимание личности Иосифа Алексеевича Наговицына, уроженца деревни Туктым, Амутницы Глазовского района Удмуртии, бывшего безусловным лидером становления государственности удмуртов и успешно возглавлявшим все последовательно существовавшие органы государственной власти на территории Удмуртии в 20-е годы 20 века. К сожалению, он был незаслуженно забыт на достаточно длительный срок, и это подчеркивало актуальность предпринимаемого нам проекта, задачи проекта. Я буду говорить о них коротко, поскольку на слайдах они останутся, и более подробно там можно будет рассмотреть. Итак, первая задача проекта – это подготовка и издание циклопечатных работ, главным образом формата учебных изданий в виде сборников документов, хрестоматий, рекомендуемых для изучения в образовательных учреждениях. Выявление архивных документов, материалов по теме проектов, периодической печати и редких книжных изданиях, подготовка их к публикации. Фандрайзинг с целью финансового обеспечения проектируемых мероприятий, проведение презентаций опубликованных работ. Мы также стремились установить мемориальные доски на зданиях в городе Глазове и Глазовском районе, связанные с деятельностью нашего удивительного земляка Иосифа Алексеевича Наговицына. Срок реализации проекта был 5 лет, с 2016 по 2020 год, поэтому по сроку он является среднесрочным. Ожидаемыми результатами были опубликование цикла книг, подготовка, участие общественности, в том числе молодежи, в Днях памяти Иосифа Алексеевича Наговицына, размещение памятных досок, публикации в районных и республиканских средствах массовой информации, теле- и радиопередачи. Для достижения цели были опубликованы за этот период, за 5 лет, 11 монографий, около десятка статей в научных и общественно-политических журналах, состоялись выступления на научно-практических и краеведческих конференциях, дан старт проведению наговицынских чтений и изданы 4 выпуска методического пособия по проведению этой интересной научно-практической конференции. В процессе исполнения проекта впервые в одном труде под названием «Три комиссара. Архивные документы повествуют» приведена совокупность уникальных архивных, раритетных, опубликованных материалов для характеристики общего образования и профессионального становления лидеров наших, тех, кто встал во главе создания национальной государственности – Прокопьев, Борисов, Наговицын.
Практика становления удмуртской национальной автономии была рассмотрена нами на документальной основе и предложена нашим читателям для последующего изучения на базе архивных документов, по отношению к каждому из которых дан адрес сегодняшнего хранения этих документов. Опубликован сборник избранной публицистики Иосифа Алексеевича Наговицына в двух томах и хрестоматия, документально раскрывающая деятельность Ревкома Водской автономной области, руководимого Наговицыным. Здесь хочу добавить, если лица, популярные в эти годы, могли заниматься, допустим, сбором каких-то этнографических материалов, то Наговицын, бывший руководителем каждого из органов управления молодой Удмуртской республики, писал множество речей, записок, обращений, и все они сегодня хранятся в архивах, не доходя до читателя и до его сограждан. Нашей задачей было вывести их на печатные страницы наших сборников и дать возможность с ними познакомиться. Более 500, и это далеко не все выступления Иосифа Алексеевича, его публицистическая деятельность. Для работы с хрестоматиями, изданной по проекту, для детской и юношеской аудитории опубликовано интересное пособие «Изучаем родословие вместе с внуками». Будучи людьми уже не первого, достаточно большого возраста, мы поняли, что в семье и во многих семьях существует некоторое недопонимание между пожилыми людьми и молодежью. И мы решили, что сегодня пожилые люди должны пойти учиться. Учиться тому, как ту же генеалогию составлять с помощью компьютерных программ. Причем делают они, должны вам сказать, проведя некоторое количество таких занятий с огромным удовольствием. Но мы в то же время стремились привлечь к этому молодежь. Мы к каждому из пожилых людей прикрепляли молодого человека, он помогал. Мы за основу положили компьютерный электронный проект «Древо жизни». В результате мы добились того, что уже в семье пожилые люди могли работать с собственными внуками, квалифицированно прося их о помощи, квалифицированно обращаясь за тем или иным занятием. К сожалению, пандемия не позволила нам расширить наши занятия, увеличить их количество, но мы думаем, что все это еще впереди. И заслуживает внимания научно-практическая конференция «Наговицынские чтения», методическое пособие. Оно интересно тем, что оно родилось в период пандемии. Полностью материалы, которые были положены в содержание этого пособия, являются результатом онлайн-общения с создателями. Нам много помогали дети, с которыми мы сдружились при подготовке нашего предыдущего пособия, и они с удовольствием помогли нам подготовить некоторые интеллектуальные игры. Вот сейчас мы вам покажем там парочку страниц. Это шарады и ребусы. И дальше есть еще некоторое количество других интеллектуальных игр. Они могут быть тиражированы, они могут быть использованы по отношению к другим персонам. А с другой стороны, они под силу, вот эти интеллектуальные игры под силу для создания, при подготовке каких-то семейных праздников, потому что для детей в условиях, когда они тоже ограничены в передвижении, вот такие интеллектуальные занятия – это занятие и интерес для всей семьи. За период проведения этого проекта общественностью инициировано учреждение районной премии имени Иосифа Алексеевича Наговицына, присвоение средней школе номер 17 города Глазова имени Иосифа Алексеевича Наговицына. Были установлены мемориальные доски в ряде поселений Глазовского района. Проведены первые наговицынские чтения с участием учащихся школ и краеведческого актива города Глазова. Фигура Иосифа Алексеевича Наговицына, выдающегося российского государственного деятеля первой половины XX века, и его тернистый жизненный путь христианского мальчика удмурта из Глазовского уезда Вятской губернии, ставшего народным комиссаром социального обеспечения Российской Федерации, вновь стали предметом внимания и уважения соотечественников.
Проект был закончен в конце ноября этого года, во второй половине ноября этого года, двумя знаменательными для нас событиями. Группе лиц, работавших над серией книг, посвященных этому периоду, была вручена государственная премия, Удмуртской Республики за достижения в области образования. А 24 ноября 2020 года в сессии Государственного совета были приняты поправки в закон Удмуртской Республики о праздничных датах и памятных днях Удмуртской Республики, где дни рождения лидеров, которые стали героями наших работ, были внесены в число 19 ежегодных памятных дат Удмуртской Республики. Цель была таким образом достигнута, и в ноябре 2020 года проект успешно завершен. В процессе реализации этого проекта молодежь принимала самое активное участие, но главным образом в презентациях опубликованных работ, в проведении торжественных мероприятий, связанных с памятными датами. Например, в 2018 году, в день 130-летия со дня рождения Иосифа Алексеевича Наговицына, молодыми людьми были подготовлены театрализованные мероприятия совместно с работниками библиотек. Это мероприятие было встречено зрителями совершенно бурными овациями. Иосиф Наговицын молодежью был назван удмуртским Данко. Переполненный зал аплодировал стоя, а на глазах у многих из зрителей стояли слезы. То есть и с точки зрения фактической, и с точки зрения эмоциональной нам удалось за 5 лет поднять имя лидеров на должную высоту, а молодежь узнавала о них, пожалуй, впервые вот в таком полномасштабном проекте. Наименование второго проекта «Туктем. Земля предков» рассчитан на 9 лет. И это, конечно же, долгосрочный проект. Вот здесь мы видим с вами на экране аэрофотосъемку. Это деревня, расположенная на Сибирском тракте. В 1629 году по письменным источникам начала жить эта деревня. А, соответственно, в 2029 году она имеет все основания теоретические праздновать свое 400-летие. Немного сегодня деревень сохранилось с такой интереснейшей историей. В ней родился Иосиф Алексеевич Наговицын. Но сделав попытку изучить заселенность, численность этой деревни, мы обнаружили крайне обеспокоившие нас сведения и цифры. Мы покажем сейчас диаграмму, которая говорит о том, что в 2005 году в деревне проживало более 1000 человек, а вот последние сведения 2019 года говорят нам о проживающих там 166 человек. Если все пойдет таким образом, то к 2029 году, 400-летию этой деревни, праздновать юбилей будет некому. Поэтому сегодня требуется со стороны земляков какие-то усилия для того, чтобы деревня продолжала жить, поскольку она дала много удивительных людей, проявивших себя в различных областях социально-экономической жизни нашей Родины. Задачи проекта, который мы замышляем, на слайде снова будут изображены более подробно, а я с целью экономии времени скажу. Необходимо создать инициативную группу, главным образом из представителей общественности, чьи генеалогические корни находятся в Туктыме, Амутниц, как она имеет второе название. Изучить глубоко опубликованную статистическую информацию и архивные материалы о фамильной принадлежности семей. Сформировать направление молодежного волонтерского движения, в основе которого будет лежать сельский квест по аналогии с квестом городским, направленный на изучение и сохранение исторической памяти об уроженцах этой деревни. Мы разделили 9-летний период на 5 этапов.
Первый этап – это 2021-2022 годы, где будет и создание инициативной группы, и организация волонтерского движения, и разработка макета книги благотворителей и партнеров, тех, кто будет участвовать в этом проекте. Организация работы среди уроженцев деревни Туктым всех возрастов с привлечением краеведов по созданию крестьянских родословных в связи с завершением очень интересного для Удмуртии цифрового проекта архивов Удмуртской Республики «Доступная генеалогия». У пользователей появится возможность удаленного доступа ко всем оцифрованным документам церквей, а это более 14 тысяч единиц хранения. Мы хотим отметить, что к этому времени, будут к концу этого периода, будут сформированы проектные предложения по организации туристического мемориального маршрута по Наговицынским местам Глазовского района Удмуртской Республики. В программу маршрута может войти историческая часть, состыкованная с содержанием уже существующего туристского маршрута «Сибирский тракт. Дорога через века», этноэкологическая часть с посещением мест моления и жертвоприношения удмуртов возле деревни Якшино неподалеку от Туктыма. Установка, предполагается установка уличных информационных стендов, рассмотрение возможности некоторых бытовых элементов этой деревни. Второй этап – это продолжение работы над незавершенными подпроектами предыдущими, внедрение авторского учебника, вот это изучаем родословие вместе с внуками, для уроженцев деревни Туктым, проживающих в Глазове, а принимать нас будет Глазовский педагогический институт, уже имеющий опыт этой работы с пожилыми людьми. Оказание информационной методической поддержки волонтерскому движению. И вот здесь для начала сформулировано несколько тем. Конечно, они будут продолжаться, они будут как-то корректироваться, но вот для начала их название. Амутницкое начальное училище Министерства народного просвещения как сельское образовательное учреждение второй половины XIX века, судьбы учителей и выпускников. Почему такая тема? Прежде всего потому, что в Амутнице существовало одно из первых училищ Министерства народного просвещения, работавшее с 1852 года. Причем особенностью этого училища было то, что в нем обучались мальчики и девочки. То есть где-то к началу XX века по существу за 50 лет вся молодежь этой деревни была образованной. Они все умели читать, писать, общаться на русском языке. Следующая тема, которую мы считаем актуальной. Уроженцы деревни Туктым – участники Первой мировой войны, солдатские и офицерские составы. Нам известны предварительные данные, что ребята, которые по призыву пошли в ряды армии в период Первой мировой войны, в большинстве своем были направлены в школы прапорщиков. И затем их судьба была достаточно трагичной и, к сожалению, неизученной. За годы обучения они получали, за три месяца, которые они учились в этих школах прапорщиков, они получали звание офицеров. Им, к сожалению, так было на практике. Они становились в какой-то степени чужими для своих односельчан, но не становились и офицерами, аристократами, какими были лица, служившие в войсках на более высоких должностях. Пришла гражданская война, и эти ребятишки оказались между молотом и наковальней. Они с трудом выбирали для себя сторону, которой они держатся, поскольку они давали клятву служить царю и отечеству, и вместе с тем понимали, что красные войска борются за их благополучие. Много судеб было сломано в этой гражданской войне ребятишек, прошедших через школы прапорщиков. Другой темой, достаточно больной, это является раскулачивание как форма репрессий по отношению к крестьянской интеллигенции. Историками сегодня уже введена в научный оборот формулировка крестьянской интеллигенции. То есть люди, которые, будучи образованными, вели
свое хозяйство на достаточно высоком уровне, обладали техникой. Такими были амутнинцы. Но они же, к сожалению, и первыми попадали под раскулачивание в 30-х годах. Мы предполагаем изучить уроженцев деревни Туктым, участников Великой Отечественной войны, тех, кто был награжден медалью за доблестный труд в годы Отечественной войны, изучить судьбы тех, кто был награжден государственными наградами и почетными званиями в мирные годы, а также организовать детско-юношеский конкурс рисунков, макетов типичной северной удмуртской крестьянской усадьбы начала XX века. На третьем этапе мне бы хотелось отметить, что к нам непременно подключатся средства массовой информации, которые будут освещать мероприятия событийного характера. Мы предполагаем возродить в деревне пляжи, пруд, места традиционной рыбной ловли. На четвертом этапе из тех родословных отдельных семей, которые непременно к этому времени, к 2027-2028 году будут созданы, мы образуем родословную рощу, как назвали мы ее сегодня, и она будет в память о тех наших предках, кто населял эту деревню. Пятый этап, 29-й год, это подведение итогов и проведение юбилейных торжеств по общему плану. Правовой формой проекта это правовая форма проекта – общественная инициатива, которая в настоящее время возглавляется отделением Всеудмуртской организации Удмурт-Кинеш-Глазовского района. Проект предполагает финансирование без образования самостоятельного юридического лица, используя для аккумулирования средств расчетный счет автономной некоммерческой организации «Ресурсно-информационный центр Дон-де-Дор». Кстати, скажу, что те, кто получили государственную премию за первый проект, сразу сказали, что она отдается в фонд возрождения деревни Амутница в полном объеме. Ожидаемыми позитивными последствиями, мы считаем, это будет возрождение духовной и материальной составляющей жизнедеятельности старинного удмуртского поселения, поддержка и создание условий для развития традиционных промыслов этой деревни, формирование сообщества уроженцев деревни Туктым, пополнение фондов краеведческих музеев мемуарами и материальными пожертвованиями уроженцев деревни. Вот такова в основных чертах концепция проекта, который вполне реален для исполнения. Мы знаем, у нас есть необходимые ресурсы, есть люди, которые смогут в силу имеющегося опыта осуществить цель проекта. Есть молодежь, волонтеры и люди серебряного возраста, которые готовы работать на местах, где жили их предки. Жизнеспособность настоящего проекта уже обусловлена сложившимся взаимодействием районных и городских органов, общественных организаций, образовательных учреждений. Бюджет мегапроекта «Туктым. Земля предка» будет формироваться также на основе смешанного финансирования. И предполагается, что, завершая проект, мы сначала будем завершать подпроекты, которые будут выполняться в отношении определенных небольших тем, а затем подводить общий итог. Рассказывая о нашем опыте краеведческой работы, мне хотелось подчеркнуть два важных момента. Первый. Современное краеведение – это дорога со встречным движением. Навстречу подвижнической работе школьных учителей с детьми идет движение их повзрослевших воспитанников в лице местного сообщества, болеющего за судьбу малой родины, сельских поселений, деревень. И второе. Проектная работа взрослых – это ключ к конструктивной концентрации сил, средств, творческого потенциала, приобретения и развития опыта командной работы, проявления лидерских качеств в новых условиях, единение семей во славу малой родины и нашего общего большого отечества. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Валентина Серафимовна, за такой рассказ о вашей работе. Действительно, работа очень масштабная, и этим, наверное, особенно отличителен вот наша серия лекций, наш фестиваль, то, что рассказывается в ней и о микропроектах, и о мегапроектах, и опыт может быть использован
разными специалистами из разных областей. И, наверное, начать я бы хотела с вопроса о вашем первом проекте. Меня очень заинтересовала идея совмещения вот двух поколений и прикрепления к взрослым специалистам, которые обучаются компьютерным технологиям в области вот, построения генеалогического древа, совместной работы с молодым поколением. Вот расскажите, как происходило это взаимодействие, и кто эти ребята молодые, студент или это определенного образовательного учреждения, либо это просто активисты. Кто именно эти ребята, и как происходило вот такое прикрепление, их прикрепление к старшим наставникам? Поскольку я говорила, что я инициатор двух проектов, то, естественно, я принимала участие в формировании вот этих двух коллективов, о которых вы говорите. Прежде всего, мы работали с советами ветеранов, и там предлагали изучение вот этого курса «Изучаем родословие вместе с внуками» участникам ветеранских организаций. С точки зрения методики проведения этих занятий, мы создали за этот период две методики. Первое, когда занятия проходят на базе педагогического института, мы получаем моральное право давать сертификаты об окончании определенного образовательного курса, поскольку есть, в частности, вот в уставе данного Глазовского педагогического института определена работа с лицами пожилого возраста за пределами учебной деятельности студентов. А когда мы ведем эту работу в поселениях сельских, то, понятно, там нет учреждений, обладающих правом образовательной деятельности, и тогда у нас проходят в виде семинаров. Но по существу мы базируемся на очень понравившейся нам всем программе «Древо жизни». Кто наши помощники, когда речь идет о педагогическом институте, это студенты. Когда речь идет о том, что мы проводим семинары в сельской местности, то это учащиеся старших классов, причем они настолько увлекаются сами тем, что помогают пожилым людям, и когда с ними беседуешь по окончании этих встреч, они говорят, непременно я все сделаю для собственной семьи, поучившись, помогая пока чужим бабушкам и дедушкам. Поэтому наши встречи, они обоюдно очень интересны, они стимулируют нас на интерес к старшим поколениям и нашей малой родине. Спасибо вам большое. И второй вопрос, он будет относиться как раз ко второму проекту восстановления деревни Тухтым. И здесь тоже вопрос будет связан с инициативной группой. Расскажите подробнее, вот в инициативную группу, есть ли уже сформированный костяк людей, которые готовы к этому проекту, к реализации? И есть ли среди них там, волонтеры, которые не относятся напрямую к деревне, то есть это просто исключительно вот их личный порыв, либо это все жители деревни и люди, которые связаны с ней, вот, с историей своей семьи? Замечательный вопрос, Алина. Буквально завтра в 12 часов у нас состоится первая встреча вот этой инициативной группы. Причем мы находили друг друга, так скажем, или люди, скорее всего, находили меня, когда я выступала на заседаниях клуба краеведов. Они читали литературу, которая разошлась по крупнейшим библиотекам, а там есть сведения и как об Иосифе Алексеевиче, так и о его могиле в Крыму, кстати сказать, который является памятником Крыма и охраняется государством. К нам завтра в 12 часам приезжают из Ижевска, из Глазова, из поселений, которые находятся возле Глазова. К сожалению, пандемия не позволяет нам собрать большое количество и сразу. Поэтому это будет первое, очень скромное по количеству людей встреч, но там будут присутствовать средства массовой информации, будут представлены руководители школ, которые имеют музеи и будут совершенствовать музейную деятельность в этом направлении. А молодежь сейчас, вот в завтрашней встрече у нас пока участвовать не будет, поскольку это требуется опять, пандемия мешает, иначе говоря. То есть мы непременно будем собирать небольшими группами, привлекая их ко всей деятельности, сначала теоретической, а потом практической, к изучению и к созданию новых исследований, ну, примерные темы, которых я называла.
вся эта работа впереди, времени у нас достаточно. Да, мы желаем вам реализации проекта в полной мере, реализации всех задуманных вами планов. Желаем продуктивной встречи, которая состоится у вас завтра. Еще раз благодарим за нашу сегодняшнюю встречу. Она оказалась очень познавательной. Я уверена, что как минимум какие-то части проекта, о которых вы говорите, можно будет применить и в других регионах, потому что, к сожалению, вопрос переселения из деревень, вопрос миграции населения, он стоит достаточно остро во многих регионах России. Я думаю, что такой опыт будет полезен многим нашим зрителям. Еще раз большое спасибо вам за нашу сегодняшнюю встречу. Я не прощаюсь, говорю до свидания. Большое спасибо. До свидания.